Соревнования по пляжному бою. У нас это произошло по пускам и по собакам. Сразу скажу, что один участник был дисквалифицирован за то, что не был доступен судьям. Очень долгое время ждали, и этот день, на этот день мы его дисквалифицировали. Это Садов. И у нас получилось две пары по собакам. Первая пара Стаферов Эрик. Две пустые дисквал, потому что на работу сделала после дудки. Сначала была пустая, потом она ушла, заново зашла на птицу. То есть это уже было после пустой стойки. Плюс еще на другом этом планке был еще и пропуск. Вот. Ну и по второй собаке, это Орли, она вместе с ведущим дисквалифицирована, но у нее тоже был пропуск. И по второй паре Улар, Умаир. Секундировка на грани, на большом поиске. Секундировка должна быть спонтанная. А он все-таки видел собаку, близко подошел. И плюс два пустыря. Дисквал. Дупляков. Малхас. Стойка была по зайцу. Пропуски очень много. Заяц хватывал потом. Слева пропустил огромную территорию со стерню, если вы это помните. И стойка была на этой грани, это врага, и это отказ от подводки. Собака стоит, вообще с места не двигается. Дисквалифицирован. Ну, в принципе, и все. Спасибо.